Ты уже посмотрел новый фильм? Нет, я еще не видел. Еще не знаю, когда смогу, но обязательно посмотрю. Он уже пришел домой. Он еще не пришел домой. Ты уже не маленький, ты можешь сам решить. Ты еще маленький, тебе нужно слушаться родителей. Я уже сделал домашнее задание. Я еще не сделал домашнее задание. У нас здесь уже нет места. Никаких претензий у них уже нет. У нас уже нет на это времени. Он уже работает здесь. Он уже не работает здесь. Он еще работает здесь. Он еще не работает здесь.